Посмотрим, что на этих. Ой, по мне летит уже с моста. Желтый трассер, 62-й патрон. Бля. Прям на мосту стоит. Не вижу, он там, по-моему, лежит. Может, и лежит. Кто его знает. Да, мы за сеткой. Ты так. Под мостом уже? Нет, туда бот идет к нему. Не трогаю бота, пусть идет. Ага, ага. Я за темного ангара. Прямо на мост бот вышел, отлично. Значит, чел куда-то свалил дальше. Нормально, нормально, живем, пацаны. Бот стоит на мосту, у него все в порядке. Я перепрыгиваю через забор тут дальше. Капец тебе, служивый! Ты его? Я в итоге пришел. Угу. Вижу типа. Минус тип. Он уже за сеткой дальше был. Опа. Общаги? Общаги РПК. Один ли он тут такой красивый? Мало. Расчекиваю. Второй перепрыгнул. Есть еще. Со стороны снайпера. Убил. Угу. Я за забором у тебя. Мне кажется, у них товарищи уже в ЭГС-ке могут быть. Ну, если они есть. Если есть, да. Проверяем. МП-7? Второй, значит, болтовка должен быть. Пошел смотреть. АГС. Yep. Не... Вот. Вот и оно. АГС вообще, Боб? Да, да, АГС. Здесь тут и чё? Это вообще бомж какой-то. Надо медичку тогда идти, общаги. Идти общаги потом. Ой, бля, по мне попали. Да? Как будто сбил туалетов. Либо там где-то, с той стороны. Я вышел. Чем-то... Он под этим лежит. Под вагоном, я не уверен. Дальний вагон, понял? Да. Грену на биотуалет. Херово ушло. Вагон не вижу никого. Ладно. Даю еще одну туда. На туалетах сверху! Убил. Убил, убил. Хереть, он там сел. Ёб твою мать. Я не знал, что так можно. Ладно. Каждый день, блядь, что-то новое они придумывают. Почему? Они эволюционируют, блядь. Я тут у туалета, блядь. Убираю пассажира. 43-й уровень. Ты его убил, что ли? Угу. Капец, я ему столько тапов дал по лицу, блядь. И он еще не сдох после этого. Он в маске этого трупера, да, причем? Да, мундалор. Охренеть, что он не сдох? В аквариуме никого не вижу. Рыбов нет. Ты подбегаешь. Забегает чел в аквариум. Убил. По-моему, я видел в каске. Не вы были? Этот был без каски. Нет, нет. Зашел на первый этаж. Угу. Но на машине никто не уезжал. Можно успеем перехватить.
Блин, как я типа на туалете не убил? Вышел. Гуки, они на деревьях. Они уже на туалетах, блядь, ща. Не только на деревьях, блин. Спокойствие, времянки. Убил. Не убил? Убил. Блядь, не залетело. Залетел, он крикнул прям. Не, он крикнул, но я имел в виду, урона не хватило. Оно знает, вулачу затылок. А, ну, не пробил, значит, да. Не хватило. Я устрою, покажу. АГС-ку вам надо занимать уже. Уже со старой могут туда сейчас подходить люди. Я как бы в АГС-ке. Ты подбегаешь, Софа? Да. Ага. Он пристроен на первом, да. Пристроен на первом, я же говорю тебе. Дам гряночку ему. Давай, скажи, как дашь. Даю. Ушла. Один за прыжкой у платника. Убил меня. На первом пристроен. Один поднялся на второй. От платника. Убил этого. Софа, ты где? Я в магазине. Подхожу к первому этажу. Челик на втором у нас сидит, если чё. Зашла внутрь. Ты где сейчас? На первом пристрою, чел на втором. Соф, побыстрее чуть-чуть говори, потому что я думал, что ты его победила. На рассинхроне меня убил, зараза. Я минус. Лаки. Реально лаки. Я уже того умер. Ты убил, да, который меня убил? Да, того-то я убил. Чё-то такое чувство, что вот 8-5-5-1 с калаша не ваншотят в голову. Потому что я сейчас этому тоже. Стоит опять чел ко мне затылком, я ему тапаю. Бэкэнд упал, кстати. Да? Ну, у меня, я за дикого пытаюсь зайти, у меня завершение игровой сессии, просто кружочек крутится, типа, что не выходит. Не, у меня нормально вышло. А, вот, выпустил. Второй тап в затылок, в обычную каску, в улач, и чел просто, и дальше стоит. То есть, Сэмки-то убивается такое, а почему-то калаш не убивает такое. Хотя патрон тот же самый, ладно, окей. Если ты на втором, у тебя не будет звука на первом, если кто-то у тебя будет бегать. Справа ходит, майт у нас есть. Я его не вижу. Фильд сесть надо. Он просто его нет. Грена. Он в комнате справа сейчас? Нет, нет, на лестнице. Бил одного. Просто охереть. Никого нет, и я его получаю, забрал и в руку. Ты левым плечом, потому что пикаешь. Но я даже его не видел. Ну, плюс к этому рассинхрон. Левое плечо, рассинхрон. Все, пожалуйста. А вроде все тут. Меченки. Убил. Одного какого-то убил. Выход на крышу. Хорошо. Я сейчас выглядывать буду. Давай. Все. Закрываю дверцу. Лежит он, да? Да, один лежал, второй там сидел. Ой, сумочку кинул, ты смотри.
А ну-ка, что тут у тебя, покажи. Окей. Так. За 20 рейтов за дикого ни разу лап-ключ не попался. Ну так там люди и пишут, типа, лап-ключи редко попадаются. Типа, говорит, верните лап-ключи, чтобы ходить почаще на лабу. С одной стороны, как бы да. Людям хочется играть на лабе. Но читерам-то тоже хочется играть на лабе. Понимаете? Вас двое там. Там убил. Ты подбегаешь, Соф. Я удал. Как у вас там еще помощь? Ты же внутри уже, да? Нет. Под пероном. До второго. Тут вроде я убил, может быть еще в Тарконе кто-то есть. Я у тебя слева, у времяночек. Ой, да-да-да-да, второй этаж сидит в окнах. Ты где? Трёш. Чё делать? Кусты, да, слева. Бля, не вижу его. Он там за кустами сидит. Убил, нет? Стоп, 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 да. Хорошо. Трэнли к вам. Они, видимо, все у вас. Сейчас, сейчас буду перебегать. Тарконе, да, стоп? Да. Посмотришь первый этаж до конца, там сов? Да. Фонарик есть у тебя? Нет. Аккуратно. Живая? А, нет, мне показалось, он помер. На втором убил. Там Грена сейчас туда в угол. Того убил. Грена ушла туда на следующий. Второй этаж чисто. Главного, главного зайди сейчас. Вроде бы никого больше. Бля, вот ты там ходишь, вообще ни единого звука нет, просто как-то хочешь. Классно. Такой бред. Ты всего-то надо мной находишься. Вьетконг. Я на перекрестке. Выхожу. В городах. Mm-hmm. А, вьетконг есть никакой штук? Да, да, я убил того на улице. Через зелень перебегаю в атарку. Mm-hmm. Я тут кушаю рядом с тобой. Побольше людей бежит. Короче, смотри, я беру ган, беру разгрузку. Возьмешь там остальное? Не вытаскивайте. Единственное, можете мне РПКшку взять и все. Что-то 101 не знает сейчас, что-то с ним не то.
Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.